Мои дети очень любят помогать, когда я занимаюсь выпечкой. Это печенье просто создано для таких целей. Дайте детям вволю выплеснуть свои эмоции и фантазию на вкусном песочном печенье. Также, это отличная идея для детского праздника. Если вы заранее сделаете заготовки печенья, то в праздник дети их с радостью раскрасят и съедят. Если вы не хотите делать глазурь, то можно вырезать кружки по форме печенья из готовой мастики. Как приготовить печенье акварель, читайте в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Муку просейте и перемешайте с сахаром. Масло комнатной температуры выкладываем в муку и перетираем руками в крошку. Яйцо взбейте со щепоткой соли и добавьте в мучную смесь. Замесите гладкое тесто. Скатайте в шар. Положите в пакет и немного придавите. Так тесто охладится равномерно. Уберите в холодильник на 25-30 минут. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 0 см 7 мм, и вырежьте круглые заготовки печенья вырубкой или стаканом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут. Приготовим глазурь. В охлажденный белок добавьте лимонный сок и просеянную сахарную пудру. Миска должна быть сухой и чистой. Взбивайте глазурь миксером в течение 5-7 минут на средней скорости. Накройте готовую глазурь мокрым полотенцем, тогда она не начнет засыхать. Отложите часть глазури в другую миску и по капле добавляйте охлажденную кипяченую воду. Капли воды тщательно размешайте, так далее, когда глазурь станет тягучей, переложите в кондитерский мешок. Отрежьте кончик кондитерского мешка и покройте глазурью полностью остывшее печенье. Покрытое глазурью печенье оставьте сохнуть на 5-6 часов, не накрывая крышкой или пищевой пленкой. Подготовьте чистые кисти для рисования, по капле разных цветов пищевого гелевого красителя, кандурин разведите водкой. Водка моментально испаряется с готового печенья, ничего вредного в этом нет. Также подготовьте небольшую чашечку с водой, где можно промывать кисти салфетку. После воды кисть нужно промокать о салфетку и уже сухой брать краску. Все готово. Осталось позвать детей и дать им вволю покалякать на вкусном печенье. Дайте красителю около часа, чтобы высохнуть, и пейте чай с печеньем акварель в теплом семейном кругу. Приятного аппетита!